Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 марта, и вот я могу уже подвести промежуточный итог и могу рассказать вам о нем, потому что томаты для теплицы, то есть половину посевов, у меня уже сделано, и почти все томаты для теплицы распикированы. Поэтому вот из нескольких лоточков, их было около 10-12, они размножились, их сегодня я вот уже выносила, стало 27, потому что с одного посевочного лотка во время пикировки, видите, вот они распикированные, они превращаются, один лоток превращается в 3, становится 3 лотка. Но если пройтись по срокам, вот эти томаты для теплицы для раннего урожая, их совсем немножко, несколько, это вот которые более высокорослые, вот эти томаты для теплицы, тоже для раннего урожая они распикированы, но это толстоногие. Я уже показывала, что разница в них большая. И вот эти томаты для теплицы распикированы. И вы видите, вот они у меня выстроены по срокам. Вот это первые посевы, потом идут дальше чуть попозже, потом чуть попозже. И там в конце есть вообще крошечные, которые только-только-только вылезли у меня. Сеяно в несколько сроков, потому что сроки высадки у нас тоже разные. Я даже в теплице сею по-разному. Вот эти чуть пораньше, потом следующие в теплицу чуть попозже. Ну и также для открытого грунта какие-то высаживаем. В один день высадить все невозможно. У нас, раз меня просят указывать температуру, вот у нас наступила такая теплая ясная погода. Сегодня на улице плюс 4, в теплице уже за 30. Это несмотря на то, что сейчас утро, 10-11 где-то примерно. И я сегодня, как всегда обычно, занимаюсь еще посевами, посевов для открытого грунта. Вот сейчас я вынесла вот эти лотки. Они будут весь день у меня на солнце, а я весь день буду сидеть, сеять для открытого грунта. И сегодня по многочисленным просьбам постараюсь пройти в огород. Там у меня уже, по-моему, оттаяла ткань. Я покажу вам и расскажу свое мнение о посадке томатов на агротткань. И постараюсь пройти в теплицу, посмотреть марку обогревателя. Я все ваши просьбы помню, просто у меня не всегда получается по времени сразу откликнуться и сразу сделать то, что я обещала. Но у меня все в голове по полочкам разложено, я все свои обещания выполню, все. Вот, до свидания, показала вам рассаду, как сегодня выглядит на 15 марта. Но учтите, эта рассада только для теплицы, для открытого грунта здесь вообще нет ни одного лотка. Еще все в посевах, только сижу, сею. Все.